Здравствуйте, меня зовут Алиса Смельгина, я старший тренер по адаптивной физической культуре. Сейчас я вам покажу небольшой комплекс упражнений, который можно использовать каждый день и даже по несколько раз, чтобы чувствовать себя хорошо. И сейчас мы с вами начинаем. Прокрутили плечиками назад, вытянулись макушечкой вверх и начинаем с круговых движений головой в одну сторону. На 4 счета и в другую. Раз, два, три, четыре. Итак, повернули голову влево, вправо, влево, вправо. Еще раз влево, вправо, влево, вправо. Посмотрели вниз на пальчики. Вверх потолок. Вниз, вверх. Сильно голову не запрокидываем. Никаких болевых ощущений не должно быть. Отлично. Прокрутили плечиками назад. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Расставили руки в стороны. Пальчики натянули на себя. Прокручиваем ручками вплоть до шейного отдела. Вперед и назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сжали ручки в кулачки, прокручиваем ручками вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То же самое в локтях. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обратно. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Большие круги руками рисуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Широко расставили руки, сделали глубокий вдох. Обняли себя. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще разочек вдох, выдох. Хорошо. Взяли ручки в замочек и вращаем запястье. Вперед и назад. Руками пускаем волну в одну сторону и в другую. Хорошо. Прокрутили ручками вперед, показали пальчики. И вывернули ручки обратно. Вперед и назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Встряхнули ручки. Поставили ручки пошире. Одну ручку на пояс, вторую вверх. Наклон через сторону. Раз, два, три. Смена. Раз, два, три. Смена. Раз, два, три. Смена. Максимально тянемся к противоположной стене. Смена. Раз, два, три. Смена. И раз, два, три. Отдохнули. Снова встряхнули ручки. Поставили ручки на пояс. Круговые движения тазобедренными суставами. Максимально широко описываем круг в одну сторону. И в другую. Хорошо. Ручки остаются на поясе. Тазом влево, вправо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Поставили ножки вместе. Положили ручки на коленочки. И начинаем круговое движение коленными суставами. Раз, два, три, четыре. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре. В разные стороны. Раз, два, три, четыре и внутрь. Раз, два, три. Закончили. Встряхнули ножки. Ручки можно на пояс поставить. Тянемся как можно дальше пяточкой и мысочком. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Поменяли ножку на другую. То же самое. Раз, два, три, четыре. Максимально тянемся как можно дальше пяточкой, мысочком. Четыре. Раз, два,
три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Сейчас на 4 счета мы ставим ножки вширь и обратно. Раз, разводим пяточки, мысочки, обратно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Хорошо. Стой на месте. Ручками можно помогать, можно на пояс оставить. Переминаемся с ножки на ножку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Перекатываемся с пяточки на мысочки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Широкая постановка ног. Согнули одно колено. И перетекаем с ножки на ножку, оставляя положение плеч параллельно полу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Собираем ножки вместе. Вытягиваем ручки вперед. Показываем ладошки. И максимально далеко тянемся сначала одной рукой, затем второй. Раз, два, три, четыре. Вот, стану боком, чтобы было лучше видно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Встряхнули ручки. Опустили ручки вниз, сжимаем, разжимаем пальчики в кулачки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Соединим это с большими кругами в плечевых суставах. На 10 счетов ручки назад и на 10 также вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Обратно. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Встряхнули ручки. Встряхнули хорошенько. Вытяну ручки вперед. Ладошка смотрит на ладошку. Отводим ладошку назад. Смотрим за рукой вперед. Поочередно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь то же самое, но смотрим за большим пальцем руки, которую отводим назад. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8. Хорошо. Встряхнули ручки. Встряхнули ручки. Поставили ножки пошире. Ручки по диагональке вверх, как звездочку показали. И наклоны делаем вперед. И вверх. Выпрямляемся вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Встряхнули ручки, а теперь садимся на пол. Итак, садимся на пол. Ручки ставим в упор поудобнее. Тянем носочками вперед и на себя. Вперед, на себя. Раз, два, три, четыре. Работают только стопы. Три, четыре. Раз, два, три. 4 и раз, два, три. Закончили. Попеременно тянемся одной ногой, а вторую натягиваем на себя. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Максимально сильно согнули пальчики и вытянули стопы. Расслабили. Согнули пальчики. Сильно, как будто в кулачки сжали. Вытянули стопы вперед. Расслабили. Согнули пальчики. Вытянули вперед,
расслабили. И еще разок согнули пальчики. Вытянули. Расслабили. Хорошо. Прокрутили стопами наружу. Затем внутрь. Хорошо. Поставили стопы в упор. Колени смотрят в потолок. От ширины постановки ног зависит мобильность тазобедренного сустава. И кладем коленочки в одну сторону, а затем в другую. Перекатываемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Хорошо. Теперь садимся в так называемую бабочку. Стопы захватываем руками и расслабляем, машем крылышками. Можно перекатываться из стороны в сторону, вперед-назад. Можно кругом покататься. Хорошо. Сейчас мы садимся с широкой постановкой ног. Можно использовать что-то круглое, или мячик, или карандаш. Кладем перед собой и катим максимально вперед и обратно, выпрямляя спинку. Вперед, мы за макушкой тянемся, а затем вверх. Вперед и обратно. Вперед и обратно. Еще разочек вперед, обратно. Можно усилить нагрузку, прокатить вперед, поднять над головой, опустить и обратно. Вперед, вверх, вниз, обратно. Вперед, вверх, вниз, обратно. И заключительный раз. Вперед, вверх, вниз, обратно. Хорошо. Можно без предмета, можно с предметом. Касаемся сначала за пола с одной стороны, а потом с другой стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончим. Хорошо. Перекатываемся на колени, кисти. Поставили ручки на ладошки. И теперь мы поочередно кладем предплечье одной руки, затем второй, а потом отжимаемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Теперь другой рукой начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Из этого же положения шагаем ладошками вперед. Раз, два, три, четыре. И обратно. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще разок. Два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Встряхнули ручки. Встаем через колено. Выпрямляем спинку, ручки через стороны, вдох. И с наклоном выдох, вдох. Выдох. И еще разочек вдох. Выдох, вдох. Опустили ручки вниз, прокрутили плечиками назад. За макушечку вытянулись. С вами была Алиса Смельгина. Спасибо большое, что были на зарядке. Всего вам хорошего.